Алло, начальник, это Андрюша. Ты погоду видел? Не видел, а я видел. Можно я на работу не пойду? Не можно, там осень. Там дождь на улице, а у меня зонтика нет. Можно я на работу не выйду? Алло, начальник, в смысле, где я? Рядом с работой. Что делаю? Гербарий собираю. Осень же, листочки красивые на улице валяются. Чё добру пропаду? Алло, начальник, ты спишь? Сколько время? 3 часа ночи. А чё не спишь? А, я тебя разбудил. Где я? Дома. Как почему не на работе? Пол Москвы на удаленку перевели. А я что, я не пол Москвы? Я тоже уже 2 года в Москве живу, почти как москвич. У меня к тебе один вопрос. А ты платить мне будешь? Чуть побольше. Начальник, ты слышал, доллар подскочил. Теперь американцам, чтобы купить $1, нужно 80 рублей. Начальник, а рубли-то все у нас. Подожди, начальник. Ты камеру у себя в кабинете смотрел? Которая скрытая? А где она? Какое кофе твое пил? Начальник, я не плевал в твое кофе. Начальник, я чуть-чуть отхлебнул. Оно было без сахара. И я обратно его тебе наполнил. Кто оштрафован? Начальник. Начальник, это Андрюша. Я забыл маску, меня из автобуса выгнали.